Княжикам не нужно укрытие от зимних холодов. Княжики, в отличие от крупноцветковых сортов клематисов, не боятся суровых морозов. Цветы княжика Джани колокольчатые, розово-желтые, с дополнительными стаменодиями. Но сорт княжика Джани, в отличие от других ранних сортов княжиков, цветет немного позже, в самом конце весны. Цветет в конце мая, как один из последних в группе княжиков. Летом иногда повторяет цветение. Симпатичные плоды-пушистики эффектно смотрятся не только в саду, они идеально подходят как дополнение в букетах и композициях из цветов и плодов других представителей флоры. Княжик Джани может достигать в высоту от 2 до 4 метров. За опоры он цепляется листовыми черешками. Особенно пригоден для выращивания у ограждений, камней, старых пней, лиственных или хвойных кустарников. Вот так, как у меня, увивает тую. Может использоваться как почвопокровное растение. Лиана очень любит влагу и поэтому поливайте ее раз в неделю. В жару можно 2-3 раза. И сделайте 4 раза за сезон подкормку. Чередуйте минеральные удобрения с органическими.